Дмитров и Агидель, город Уфа. За ходом этой встречи будет наблюдать мне с вами комментаторы. Сегодня целых два сегодня будет. Денис Сукончиков и Сандрован, но тут Шибану так чуть помешал. Как вот торнадо. Дарья Зубок. Пирогова. Шохину бросок. Ты и до добивания. Где шайба? Шайба в воротах. 1-0. Ух, вот так вот. Шальная шайба-то залетела в ворота, а? 2-0, вот так вот! Пирогова. Да что ж такое? На Шохина, Пирогова, тут Дергачева чуть неудачно упал, но все же, что ж такое-то, а? Что ж, какая-то шайба залетает в ворота, 3-0! Дергачева с шайбой, вновь Зубок. На синюю здесь Пирогова. Шохина. Дергачева, как перекидываются-то, а? И шайба оказывается в воротах. 3-0, Анна Шохина оформляет дубль. На этот раз уж точно засчитает шайбу, нежели это было, как было во втором периоде. Сосина. Да, явно она сейчас настроена забросить. И бросок наносит, добивание. И что, шайба оказывается в воротах. 3-1. Большое спасибо всем вам, дорогие друзья. Мы наблюдали за интереснейшим матчем